Я думаю, что наше общество и так достаточно пуританское и агрессивное по отношению к всякой инакости. И уж тем более к там, сексуальным свободам каким-то, в том числе и к проституции. И наши граждане сами по себе полиция нравов. И мне кажется, что создание какого-то дополнительного органа здесь совершенно не нужно. И так все очень жестко на самом деле, и страна жутко гомофобная, страна, еще раз повторю, пуританская, и поэтому уже хватит. Все и так уже достаточно, гайки и так достаточно затянуты.